Московской области начинается глобальная программа по ремонту почтовых отделений. 300 помещений отремонтируют по всей области, 7 из которых находятся в Химках. На некоторых объектах уже начались ремонтные работы. Однако это не повлияло на качество услуг. Все отделения почты работают в штатном режиме. В большинстве отделений почтовой связи мы будем менять конфигурацию клиентского зала, то есть увеличивать количество клиентских окон, менять расположение барьерных стоек. Соответственно, в некоторых отделениях будет установлена система управления очередью. То есть мы создадим все максимальные необходимые условия для того, чтобы клиентам было комфортно. Почтовое отделение пользуется большой популярностью у жителей. Сейчас на почте можно не только отправить письмо или получить посылку, но и получить дополнительные услуги. Например, оплатить коммунальные услуги и штрафы, а также купить проездной билет. Все ремонтные работы планируют завершить к 1 августа.